Пожалуйста, как вас зовут? Тимошенко Иван Николаевич. А вас? Шуманов Александр. Я здесь живу в этом доме, вот 112-я квартира. Вот. Я здесь работаю. А Саша работает. Случилось так, что мальчишки несли, я вышел перекурить. Они уже роняли его. Ну, тяжелый для пацанов. А здесь это 11 лет. Наш с пионером. С этого района, двор, где девятиэтажка, вот здесь забыл. А? С того двора. Несли на метатолову. Я сдалека подумал сначала, думал, это труба с муфтой канализационной. Когда поближе, я чуть окурок не уронил. Когда увидел подмышку у него, что оловка, заставил, чтобы они положили на обочину внешненько. И только начал разговаривать с ними, воспитывать его сама. Подъехал Саша, прикрыл машиной. Снаряд. Вызвали, начали вызывать МЧС туда-сюда. А мальчишкам сколько лет? 10, где-то 11, 12. Двое. Очереди не менялись, короче. Сначала один нес, я как раз видел. У нас тут пункт металла, а не на металл. Я сначала подумал, что это конденсационная труба с муфтой. Оба обруба. Просто прогнали, чтобы они не пострадали.